Здравствуйте, уважаемые путешественники и любители экстрима. В сегодняшнем мастер-классе я вам покажу, как натягивать навесные переправы и их способы. Вообще, существует множество способов натягивания навесных переправ, но я сегодня вам покажу два способа. Первый способ – натягиваем полиспасом, второй способ – натягиваем вручную. Итак, первый способ – способ натягивания переправы полиспасом. Для этого нам понадобится два блок ролика и три карабина, один жумат с блокировочной веревкой, репшнур, локалочка и основная веревка диаметром 10 миллиметров для полиспаса. Сейчас дальше мы будем с вами сооружать полиспас. Для этого мы в конце основной веревки завязываем узел восьмерка и надеваем карабин, и с этой стороны блок ролика щелкаем. После этого переходим к второму блок ролику, надеваем эту веревку вниз, с этой стороны снизу. Переходим обратно, уже сверху. Сразу же фиксируем карабином. И здесь у нас остается один раз снизу провести. Провели. И опять же фиксируем карабином. У нас получается вот такой полиспас. Сюда мы одеваем жумат. Это для того, чтобы нам удобнее было натягивать. Теперь мы переходим к натягиванию навесной переправы. В целевом берегу мы уже закрепили веревку, и с этой стороны мы сейчас будем сооружать полиспас, натягивать. То есть первым делом мы должны будем сделать локалку, учитывать толщину дерева. В конце завязали узел восьмерка, с этой стороны рассчитали, еще одну восьмерочку сделали. Получается вот такая локалка. На эту локалку крепится наш полиспас. Закрепили полиспас. Важно учитывать момент, чтобы жумарная сторона веревки, то есть вот это для натягивания, она должна быть внизу для вашего же удобства. Теперь мы должны этот маленький репшнур завязать на основную веревку, на нашу переправу. Узел схватывающий. Вяжем аккуратно, не торопимся. Раз, круг, два, чтобы без перехрестов было, вот без вот таких крестиков было, чтобы ровно должно быть. Три, круг, и на четвертый круг просовываем обратно эту петельку и сюда уже крепим наш полиспас. После чего мы должны подвинуть этот узел дальше, для того, чтобы у нас была возможность натянуть навесную переправу. В зависимости от длины навесной переправы, если у вас длинная навесная переправа, толкаем дальше, чтобы у нас была возможность натянуть сильнее. А если же у нас переправа короткая, то мы, соответственно, толкаем этот узел, немного толкаем. После этого берем жумарт, фиксируем на полиспас. Обязательно мы должны заблокировать жумар блокировочным карабином. И обязательно вы должны быть в перчатках или же в галице. После чего мы начинаем натягивать навесную переправу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И так до конца. Можем использовать опору. Семь,
Натянули навесную переправу. Теперь приступим к фиксированию навесной переправы. То есть у нас остается такой конец веревки. Берем, обматываем через дерево. Мы должны учитывать локалку, то, что она у нас сзади. Мы не должны, должны проследить за тем, чтобы локалка не осталась внизу этой основной веревки, так как она, если защемит, останется под переправой. То есть вы его обратно забрать не сможете. То есть потеря снаряжения будет. Берем, завязываем узел, восьмерку. Карабин и крепим на навесную переправу. Мы с вами натянули навесную переправу, зафиксировали карабином. Карабин мы сделали именно так, для того, чтобы можно было снять ее с концом страховочной веревки. После этого мы разрушаем полиспас и начинаем переправляться на целевой берег. Теперь переходим к способу номер два. Ручной полиспас. Для этого нам понадобится три карабина и узел восьмерка. Завязываем узел восьмерки, либо же срединный проводник, какой узел вам удобно. Мне лично удобен узел восьмерка. Завязали в определенном расстоянии, в зависимости от длины навесной переправы и в зависимости от количества людей, которые будут натягивать переправу. И важно учитывать количество людей, так как вы должны натянуть его, стянуть эту восьмерку, этот узел ближе к опоре, потому что чтобы он вам не мешал переправляться на тот берег. После этого берем основную веревку, проводим через опору, можно не до конца. Берем карабин, перед узлом застегиваем и проводим эту веревку через этот карабин сначала. Потом уносим эту веревку, эту сторону веревки. То есть получается, мы должны, откуда она шла, оттуда и куда и уйдет веревка. То есть крест-накрест мы не должны делать. Вот, ушли и начинаем его натягивать. Натягиваем и раз, и два, и три. Мы должны его максимально жестко натянуть. После чего той же веревкой продолжаем работать. Берем веревку, карабин. Карабин уже стегиваем на этот узел восьмерки. Вот. Видели, да? После этого проводим эту веревку через этот карабин. И обратно опять уносим. Начинаем опять натягивать. То есть получается, один раз натянули и второй раз дополнительно натягиваем. Раз, два, три. Натянули. После этого мы должны здесь зафиксировать навесную переправу. Так, момент фиксации. Делаем узлы. Узел штык. Раз. Если у вас веревка длинная, можно не вытаскивать всю веревку, можно просто немного натянуть. И два. Второй штык. Натянули. После этого мы должны заблокировать навесную переправу. То есть вяжется узел восьмерка и блокируем навесную переправу. Это обязательно. Первым же способом навесной переправы все понятно. То есть последний участник должен будет конец страховки зацепить на карабин. А второй способ, немного тут у нас такие спорные моменты. Поэтому вы должны знать, конец страховочной веревки мы застегиваем на этот карабин. То есть если считать отсюда, то есть средний. То есть карабин, который был зафиксирован самым первым. Вот перед узлом защелкнули
конец страховочной веревки. Все, готово. Переходим к разрушению навесной переправы. Развязываем узел. Сняли навесную переправу. Теперь мы должны его стянуть обратно к себе. То есть вот этот узел, страховочная веревка, которую мы закрепили, когда мы его натягиваем, вот ваша веревка к вам идет. Таким образом мы снимаем нашу веревку.